Друзья, это Рачеевский бор. Смотрите, какие необычные камни тут. Очень-очень интересно. Очень-очень интересное место. Там тоже есть такой камень. Очень много комаров в этих лесах. В общем-то, это село Смолькино, район, или Старая Рачейка. Я что-то запутался, так много говорили. Вот, я надо будет потом посмотреть на карте, где конкретно это место находится. Очень интересно. Очень интересный такой ландшафт. И говорят, что это типа, вот смотрите, сосна прям из камня растет. Вот такая вот. Хрупкая сосенка растет прямо из центра камня. Ну, это же такие валуны. Типа, короче, когда было обледенение, вот, ледниковый период, и ледник отходил, и вот такие породы он как бы вывернул, или как-то они образовались здесь. Совершенно необычно. Это было много миллионов лет назад. Такие камни, да они, главное, такие как оплавившиеся, что ли, как-то скругленные все какие-то. Интересно вообще. Очень интересная местность. И мы еще сегодня много чего посмотрим. Необычно. Их птицы поют. И такой. Если бы не люди не галдели, то я был бы просто счастлив здесь побродить одному, наслаждаясь как бы тишиной леса. Да, вот зовет экскурсовод, пора двигаться. Интересное место. Супер, супер. Двигаемся дальше. Там есть что-нибудь? Там? Ну, так же примерно, как здесь. Ого! Это насколько планета протянулась? Ну, тут не оступиться бы. Такие узкие разломы. Круто. Или какие чумовые. Опа! Вот же. Шапка, она доходила вот до этих вот, до наших широт, границы Самарско-Ленинской области. И вот эти вот ледяные породы, они спрессовывали вот эти вот грунты.
долгое воздействие высокого давления, веса, отсутствия кислорода и почвы в виде песка, это кварцевый песок, вместе с суглинками, глинами перемешивался, скрестовывался, а потом, когда ледник оттаял, эти породы они остались. Они были оголены какое-то время, а потом появилась вот, совсем тоненькая, потом толще, уже порода в виде гумус. Гумус — это обычная земля, на которой вот как раз таки растут деревья, кустарники, травы. И, кстати говоря, вот сосна обыкновенная, дубы обыкновенные, это явные представители здешних земель, это те самые листовые растения, которые здесь капают. Покрыло здесь остались семена, даже пушишек, каких-то желудей. Это все осталось, прессовалось, получается, под непосредственно ледником. Когда ледник ушел, эти семена жизни, они снова проросли, снова здесь начали. То есть в геноме вот этих вот деревьев, в принципе, находятся те самые гены, тех самых растений, которые произрастали до последнего ледникового периода. Все виды животных, насекомых, пауков, земноводных, пресноводных. Какое местечко. Каменный лабиринт. О, тут самый смак тут пролезть. Так как это что пролезть? Это да. Вон какое дерево. И смотрите, какие камни. Офигеть. Вот это местечко. Вот это да. Каменный лабиринт. Так, идем сюда, идем вниз. Вот народ тут лазит, и не намусорено. Это классно, что нет мусора. Вот это да, смотрите, какие камни. Ух ты. Впечатляет весьма. Очень необычно. Я даже не думал, что такое есть у нас в Самарской области. Или это уже граница с Ульяновской областью. Чумовые кадры. Смотрите, ребята. Очень-очень интересный. Много комаров. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Весьма впечатляет. Я думаю, кого-то здесь не хватает. Нет, я иду. Весьма. Да. Очень.
Тут реально можно заблудиться. Ну, заблудиться-то вряд ли. Ну, если ты маленький, тебе лет 6. А, ну, ребенка, конечно. Не-не, вы правильно идете, я просто все полянки. Не чувствую, вы не заблудитесь. Вот смотрите, камни такие лежат друг на друге. Круто. Вообще, прям огромный вал. Отлично. Немножко свободного времени. Вот это камень. Как он тут стоит? Вообще, офигеть, такая глыба упадет. Главное, какие они все формы имеют. Это как бы вот ледник спрессовал породы какие-то. Какой-то кварцевый песок и так далее. И такие у них интересные, необычные. Как свинюшка камень. Здесь можно даже укрыться от дождя. Вот какие-то костерки, надписи. Друзья, три минуты. 3 минуты, говорит экскурсовод, остался. До того момента, как мы покинем. Это чудесное место. Да, ну стоило, конечно, такую даль ехать, чтобы посмотреть такое замечательное место. Интересно. Интересные камни. Так, друзья, собираемся. Видишь, залез. По таблицам, как бы она достаточно мягкая, ее можно даже, вот, знаете, брать вот так вот и пальчиком пошелушить, и останутся частички, да? Даже ногтем, ножом можно поковырять.
Это что означает? Это означает, что вот эти вот породы, они осадочного происхождения, то есть они здесь появились в период последнего обледенения, и как образовался, в принципе, вот этот вот весь лабиринт. Дело в том, что над вот этими толщей, толщей вот этих вот пород 10, от 5 до 10 метров, да, то есть она вот, находится плита, под ней находятся породы, которые не спрессовались, то есть обычный песок, кварцевый песок, один из самых дорогих видов песков вообще, в принципе, в мире. Тонна такого песка раньше была 0,10, наверное, рублей 600, а сейчас вот уже, наверное, в районе 2000. Из такого кварцевого песка варят очень прозрачные стекла, ну, которые нужны в телескопах, в микроскопах. Просто испугалась. Нет, она язык высовывает. Вот какая змейка. Не, она это так... Древние люди смолу добывали из сосен. Вот такие вот насечки делали. Вот стекала смола, потом собирали смолу, когда не было еще химической промышленности. Вот типа того, интересно, смотрите, подтеки смолы. Вот. Интересный камень в виде осеченной головы лежит. Такие камни, они встречаются, кстати говоря, и в сибирских культурах. Там тоже есть несколько таких интересных голов, очень похожих на человеческие головы, которые лежат вот так вот, там даже тела как будто есть, как будто там была какая-то бойня. Да. Какие камушки. Такая гора камней. Главное, что они все так круглые. Это самое прикольное в них. Голова змеи. Так камень называется. Ну и чё, черепаха? Вот то? Черепаха. Где-то еще черепаха здесь. Голова змеи, действительно. Такой глазик у нее. Такой каменюка большой. Да, голова змеи. Так называется этот камень.
Ну вот еще какие камушки. Сейчас я пойду немножко. А вот желтый песок. Вот желтый песок, а там был серый такой. Знаете, какой желтый. Желтый-желтый. А камушки... Ну как интересно, смотрите, цвет какой, а. Желтый внутри песок. Вот это да, он прям такой сильно желтый, так необычно. Смотрите, какой песок. Желтый. Желтый песок. Он такой даже с ржаной какой-то. Интересный какой песок. Да. Прикольно здесь вообще. Такая целая гора навалена. Всяких необычных камней. Эти более угловатые. Какая красота. Так, надо обойти немножко здесь. Подняться выше. А вот опять серый песок. Как-то странно перемешивается. Разноцветный песок. Всякие камни. Так много. Да. Очень необычно. Сосны такие огромные. Здесь меньше комаров, чем внизу. Фух. Такие камушки. О, какой камешек. Такой классный камушек. Весь покрытый мхом. Мох уже высох. Когда лес влажный, мох растет. Лишайники какие, смотрите, тоже все засохло. Он какой пятнистенький. Цвет тоже. Вот интересный цвет. Вот смотрите, какой цвет. Песок это, не знаю даже, что это. Такой терракотовый цвет. Классный. У камня прям цвет такой. Они прям разные цвета переливаются. О, как красиво. Тоже, кстати, форма. Форма красивая. Такая фактура у камня классная. Ну, хочется рукой потрогать. И цвета такие все всякие разные. Всякие разные цвета такие классные. Вот сосна растет прямо на камне. Вот смотрите, какое маленькое дерево. Вот какое дерево. Вот такой овраг. Ладно, пойдемте к инопланетянину. Тоже классное местечко. Я не могу пройти мимо. Что за отверстия? Сказал наш гид, что вот такие отверстия оставляют деревья древние, вот в этой породе. Как бы деревьев уже нет, а... А, вот черепаха. Вот это, наверное, тоже красиво. И солнышко показалось. Да, как голова черепахи, очень похожа. Вот этот камень называется инопланетянин. Вот там, правда, отверстие какое-то, ребенок полез. Он большой такой. И как эту штуку до сих пор не сломали. Все так хорошо держится. Фу. Ух ты. О, мальчик пролез. Иди, полезь. Может, не надо? Хорошее место. Очень красивые камни. Просто супер. Вот туда же какую-то уборку пытались сделать. Повально деревьев. А вон там еще какие-то камушки. Посмотрите. Такие валуны. Разноцветные. Ну какая тут травка растет. Ну какая травка необычная. Ну смотрите, какие мясистые листики у них. Вот какая травка. Серый песок. Серый. Смотрите, какой песок серый. Вот.
такие валуны с отверстиями, правда, какие-то, как будто инопланетные. О, вид! Ой, вид потрясный. Ух ты! Как здесь клёво. Леса, леса, леса. Сосновые леса. Прям до горизонта. Вообще круто. Такие необычные камни. Ой, сделаю пару фоток. Песок, разноцветный, камни такие необычно разноцветные. Это так ледник постарался. Это так постарался ледник. Еще в ледниковый период. Смотрите, какой черепушка. Вот это да, как череп какого-то животного. Огромно. Сверху серый, а внизу такой теплый желтый цвет. Это уже песок разноцветный. А вот еще как будто голова какого-то птеродактиля, ноздря, вон глазница и нижняя челюсть, смотрите, как будто зубы такие крупные, окаменевшие. Вот это да, вот это голова. А вот какие-то отверстия. А вот смотрите, какие-то отверстия. Ух ты, как будто он инопланетного происхождения. Ух ты, круто. А вот камень раскололся. Он раскололся. Вон камушек какой. Вон зеленый. А вот еще круто. Ух ты, какая красота. Да. Как будто какой-то парк скульптур. Прям круче Меллузиона в Москве. Вон, смотрите, дерево. Природа вообще творит чудеса. Не, правда, музеон в Москве, вообще там парк скульптур, меня вообще ни разу не впечатлил. А это естественная, природная красота, это такой ландшафт. Супер. Вау. Песок разноцветный. Серые камни в желтом песке. Круто. И это у нас. Это у нас на севере Самарской области. Офигенное место. Я в восторге. Такие отверстия, как будто их кто-то сверлил. Ну все, надо сделать привал, попить водички и съесть свои бутеры. Какие камушки. Классный камень. Да. Такой интересный. Пошли. Нет, это не здесь. Подожди, я сейчас вот так. Thank you.
Вот девочка какая смелая. Вот, вот она как ползет. Как обезьянка. Над камнями такая высота, но она пристегнута. Там ролики у нее. О! Молодец. Молодец. Давай, давай. Середина пути уже. А, специально раскачивай. Классно. Ну так. Классно здесь. Ну, в Жигулевских. В Жигулевских горах такого близко нет. И главное, все это в лесу. Это все лес, 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 лес с такими камнями. Очень необычное место. В Жигулевских горах такого нет. Есть еще Скрипинские кучуры. А это Рачейские Альпы, как бы так называется. Рачейский бор. Ой. Там наверху мы сидели и перекусывали. Там смотровая площадка.